Всем привет, я вам расскажу о вот этом вот моем новеньком дракончике. Купили мне его давно, можно так сказать, за 3000. Сейчас он стоит, наверное, 7000. Так, вода. Вот такой вот робот, сейчас я вам расскажу про него. Сейчас мы его включим, и я покажу. Он работает от пальчиковых батареек. Сейчас мы его включим. Смотрите, какой дракон. Особенности, что он делает пар. Хвост у него постоянно отваливается. Сейчас я вам расскажу. Вот сюда. А как он делает пар, спросите вы? Легко. Мы убираем вот эту штуку. И как бы заливаем. Вот водичка. Ну и как бы мы... Ой, разлила чуть-чуть. Ну ничего. Вытрет. Так. И вот мы его включаем. Его бабушка моя называет... Влажная уборка. Хороший динозавр. Крутой. Советую всем к покупке.